Сегодня 31 августа 2023 года. Последний день лета. Варский край проводит акцию «Вахту памяти», памяти наших поэтов Вельского района, которые были членами Варского края. Сейчас мы находимся у могилы знаменитого пистолета. Пистолет – это у него псевдоним. Мирон Малолетов Александр Федорович родился 11 августа 1949 года и умер от болезни 21 октября 2020 года. Фигура или личность Малолетова Александра неоднозначна. Он знаменит не только в Вельском районе города Вельске, но и за его пределами. Его жизнь была разная, значит, его судьба всяко покидала и в хорошее, и в плохое. Но главное, что под конец жизни своей, последние 20 лет, он вышел на нормальную жизненную тропу, занялся, значит, журналистикой, много снял репортажей с главами района, со знаменитыми людьми. Хотя стиль общения у него был свой, но тем не менее люди, которые его, значит, знали всю его судьбу, значит, они прощали ему многое. Многие им помогали исправиться с различными болезнями, с вредными привычками, а также помогали издавать ему книги. Книги, сборники, которых у него не один десяток этих книжек издано. То есть он оставил свой след в памяти людей, в памяти вельчан, а также Архангельской области, но я думаю, что и всей России. Вот мы не преминули навестить его здесь, сегодня, в этот последний день лета. Я думаю, что люди, которые читали его творчество, стихи, они скажут нам спасибо, что мы навестили.